И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, а мы продолжаем Анмутейшеном. Так, у нас тут какое-то задание, семья Флорес называется. Давайте посмотрим, может быть, костюмчик все-таки поменять. А, боевой костюм есть, ну-ка. Во, вот его не было, кстати. Можно вот в нем и побегать. Почему нет, собственно. Задача это... Сейчас найду. Отправиться в Маргаритию. Карта. Карта мира. Угу. Блин. Что-то оно дальше не хочет уже отдалять. А, вот. Скоп Сити. Ход дополнительного квеста 0%. Ух ты. Так, вот Маргаритию есть. Заблокировано. Так, а возле разлома нас ничего не ждет больше. Тут есть какой-то мост. Ладно. Так, выпустите меня. Давайте посмотрим, кстати. Там ничего нового не появилось. Да вроде бы нет. Эти все так и стоят. Есть, спустились. Короче, я сделал игру немного погромче, чтобы было получше слышно музыку. Так, вот наш автомобиль, да? А, то есть прямо так, да? Это как быстрый телепорт такой. Ну, поехали в Маргаритию. Отправиться в Маргаритию. В сицилийский кувшин и узнайте, что хочет Накамура. Я же переодевался в боевой костюм. Почему она опять в стандартном? Так, тут есть какой-то бокс мутантов. Я тоже хочу жить в большом городе. Эн, так ли хорош скоп, как о нем говорят? Мне говорили, что там есть разнообразные бесплатные услуги. И что даже не нужно работать. Не знаю, поменьше слухам верю. Карта местности. Ну, вот нам, в общем-то, прямо сюда. Приемник электромагнитных волн. Служит для перехвата зашифрованных текстов от электромагнитных передатчиков. Компонент сплава, распространенный сплав, очень полезный. Так, все подберем. Так, голограмма бонсай, разноцветная жестяная банка. Некогда здесь хранили крем для лица. Ни хрена тут мусора. Протез ноги, провода на лодыжках порваны. Коктейль Молотова, флакон под высоким давлением. Больше похоже на термос какой-то или электрочайник. А. А чё у них все поперекрыто? Это место было перепланировано президентом Джейном. Работа идет полным ходом. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. Ладно. Рекламы всяких напитков, пива. Пс, эй, ты меня слышишь? Хотя правительство искоренило вирус механики, некоторые все равно им болеют. И некоторые из них делают это намеренно. Да? А в чем смысл, интересно? Так, все подберем. А, тут же еще есть кто-то. Ха, набережная такая. Ну, прикольно выглядит.
Брат, ты слышал о Лурсе? Об этом подпольном торгаше, да? У него хватило смелости связываться с факцией Пугни только потому, что... Нет, все потому, что его подсобил его друг Протей. Протей владеет значительными источниками информации, большими связями по всему морю. Блин, немножко быстро субтитры, они порой автоматически, короче, говорят. Sea Life Medical. О, сицилийский бар, как он там. О, кто вот напрягается. Какие-то планы на вечер? А, хочешь повеселиться? С возвращением, мисс Энн. Сегодня на Камура Флорес взорвалась целых 106 раз. Я выполняю программу, вот бы Энн вернулась домой и помогла, которую установил на меня мистер Хольц. Привет, Энн, давно не виделись. Гадаешь, почему я торчу снаружи? Твой отец решил, что в баре не нужна система резервирования мест. Это мой акт протеста, пожалуйста, проходи. Ни хрена себе, уже роботы протестуют. Эй. Я не сделала ничего плохого. Я просто проверю твой ID. Ты здесь впервые? Пожалуйста, будь осторожнее. Хорошо. Странные разговоры иногда. Ой. Больно. Кто столкнул меня с лестницы? Ох, Энн, ты снова поймала меня на мошенничестве. Тихо, я просто пытаюсь зарабатывать на жизнь, никому об этом не говори. Ой, блин, мошенник, ёлки. Ежегодный список из 50 главных сверхконгломератов. В 50-й раз подряд, как и ожидалось, Titanus Group заняла первое место. Сейчас сложно вспомнить, чем они не занимаются. ПЗУ, медикаменты, переносные датчики голограмм, нижнее белье с наноподогревом. Представьте любую вещь, они уже оформили на нее патент и готовы вас засудить. Еженедельник паранойи 6.0.17. Порт, который загадочным образом исчезает при приближении к нему. Рукотворное зло или божественная кара. Огромный паром, внезапно появившийся у портового района, продолжает поглощать людей, которые пытаются на него подняться. Несмотря на это, мизинец, глава факции Пугни, вместе со своими людьми надежно окопался в Уолтере Релли и устраивают ад. Это странные газеты. Кстати, взять же ее нельзя. Нет, нельзя. Ты нашла своего брата? Проклятый малый. Как он посмел заставлять своих сестер так волноваться? Ой, да ладно, не подкатывай. Такие подкаты не работают. Ага. Барахольщик. У нас... Всего 13 кредитов. Слоеная конфета. Мягкий драник. Дрожжи со вкусом чая и тыквенная газировка. Короче, сила атак в течение 30 секунд. Это бафы. Понятно, это, короче, какой-то сок типа фанты, скитлс конфетки, какие-то печеньки и леденцы. Ладно, пойдем по заданию. Ну, просто интересно все осмотреть, кто что говорит. Черт, почему я не могу встать? Ох, точно, у меня же нет ног. Чертов вирус. Да, но я вижу, у тебя одной ноги нет. А что это за вирус такой? Энн, ты вернулась? Я кое-кого жду. Хм, ты меня прям насквозь видишь. Верно, я жду, когда твоя сестра наконец передумает. Я уверен, что когда-нибудь она пойдет со мной на свидание. Ну, продолжай сидеть и думать об этом. Ага. Охренеть, глаза разбегаются, блин, столько всего. Если хочешь знать мое мнение, ты заслуживаешь лучшего. Ты и вправду так думаешь? Конечно. Этот парень тебе не ровня. Говорят, что здешний бармен настоящий профессионал. И ее напитки с легкостью отправляют в царство прекрасных снов. Кроме того, на утро никакого похмелья.
А, звучит великолепно, стоит попробовать. Но только вот не всегда представляется удача попробовать ее напитки. Ну вот, давай оттянемся в темном лабиринте. Привет, красотка. Меня зовут Джетли, некоторые также зовут меня джентльменом. Я старый друг Накамуры. Пришел сюда исключительно ради ее фирменного коктейля, однако теперь я еще и твой поклонник. Ой, блин, столько поклонников, аж отбоя нет. А, воспользоваться компьютером. Сохранение есть, хорошо. Данные сохранены на облачном сервере Аяна, там было написано. Говорят, что здешний бармен настоящий профессионал. Ну, как бы да, наверное. Эд, мне все говорят, что я похожу на кого-то, но кто это может быть? Загадки, загадки, жизнь сплошная загадка. И не говори, жизнь сплошная загадка, загадили все вокруг, блин. Так, как с вами встать, чтобы вас было видно? Что ты думаешь насчет Мион? О, тут виртуальный айдол. Довольно неплохо, слушал парочку ее песен. Я просто обожаю большие каменные головы, это то, что придает мне сил. О, эй, если тебе нравятся фанковые мелодии, зацени вон тот музыкальный автомат. А, не входить. Ну не будем, там, наверное, кухня. Ваш напиток, сэр. Подожди, я все еще кого-то жду. А, ну вообще-то, напиток взять 2 секунды. Тебе не победить меня в реверсе. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ну, эти играют в какие-то шашки, шахматы, реверсы. Кстати, вот эта игра настольная. Прикольно. Зацени мощь этой башни из бургеров. Приятный вид, отличный вкус. Спорим, что я все съем. Но сначала мне нужно киберрасширение желудка. Ага, потом киберрасширение жопы, чтобы все это могло выходить. О, проверить, там плакат наверху. Мастер стрельбы из Дикого Запада. А у него вроде как лицо свое есть. Зачем ему еще одно лицо, которое он снял с себя? Какой-то Дикий Запад такой. Сверхпроводниковый ковбой. О, название, блядь. Так, автомат, кстати. О, ни хрена тебя колбасит, чувак. Я так понял, он этот реагирует на мелодию, да? А тут всего 2 мелодии? Да. Нет, давайте спокойную слушать. Энн! Это наша сестра, Накамура Флорес. Наконец-то ты здесь. Сегодня у нас так много посетителей. Нужна моя помощь? Несомненно. Этот дурацкий бармен ИИ опять не работает. Райан еще куда-то запропастился, так что вся надежда на тебя. Сегодня я на тебя рассчитываю. Без проблем, можешь на меня положиться. Но сперва мне нужно переодеться. А, сменить одежду, костюм бармена. Серьезно, мы еще и работать в баре будем. Так, ну это кухня бара. Ой, да тут не только кухня, тут что-то. Когда мы были маленькие, мы играли в прятки всей семьей, и это было наше любимое место. Когда Райан ошибался, отец пытался напугать его. Если не будешь вести себя как следует, я запру тебя внутри. Внутри прячутся человечки, которые умеют колдовать и специализируются на дисциплинировании непослушных детей. Ха-ха, напугал. Маленькие человечки. Вот если бы он сказал, что там бабайка прячется какая-нибудь. А, это пинг-понг, можно поиграть. Я понял, да, это... Понятно, как отсюда выйти? Кто-то забыл телефон. Эй, робобосс, срок годности этих
50 тысяч бочонков генетически модифицированного пива из синих бананов с праздничной наноанимацией скачущих пони скоро закончится. Тебе они еще нужны? Берт Битбендер. А, Битденбер, бляха-муха. Язык сломать можно. $6.54, то есть у них получается ультра. Нам нужно, наверное, наверх. Лучше не беспокоить его, я вернусь позже. А кто там? Любимая картина отца. Мне сказали, что она немного отличается от оригинала. Ну да, на оригинале человек был, а тут какой-то робот. Райан какой-то. Мой единственный сын Райан. Что касается того, что произошло вчера, папа не винит тебя. Люди не только заводят хороших друзей в своей жизни. У нас всегда будет несколько плохих друзей, и вы будете делать с ними плохие вещи. Сынок, делать ошибки – это нормально. Важно не продолжать их делать. Это то, чему вы должны научиться у своих сестер. Они гораздо более решительны, чем вы. Это может быть трудно для тебя сейчас, но папа верит в тебя, потому что ты мой сын. Хольц Флорес. Ну да, правильно. Правильные вещи говорит. А, это его кабинет отца? А, уйди, старик, я ищу кое-что очень важное. Прекрати учить меня жизни, у меня уже уши от тебя болят. От кого? Мелкий ублюдок. Кому? Хольц Флорес. Короче, это от его сына, я так понял. Знакомство с посетителями. От старины Алана. Хольц, дружище, мне очень нужны средства на исследование. Представь меня еще нескольким посетителям, я буду очень тебе признателен. О книге. Отец, Люпер нашел книгу, скоро она будет у нас. От кого, дорогая? А, это, наверное, наше письмо, вот письмо от Н отцу. Об Н, от Раймонда. Хоц, мой добрый человек, не переживай так сильно. Энн делает большие успехи, она и Аяна замечательная команда. Уважаемый господин Хольц, порт Бесконечность. Я получил рекомендательное письмо от доктора Алана и нашел усовершенствованные сферические вспомогательные детали, которые вам срочно нужны. Честно говоря, я не ожидал, что в эти дни появятся новые клиенты, ищущие запчасти. Большинство моих клиентов постоянные. Проклятое правительство подписало контракты с Тифонусом Эйдерсоном и ФТ, что не особо помогает моему бизнесу. Я уверен, что вы один из тех, кто не может доверять правительству Титонусу или Элюду. Так как мы оба на одной стороне, я дам тебе кое-что дополнительно. Если что-то пойдет не так с запчастями, вы всегда сможете прийти ко мне за новенькой. Ответ об N540. А, ну это наше письмо опять же, от дорогой. Папа, я в порядке. Существование этого N540 всего лишь слух, который циркулировал целую вечность. Цитата. Папа, Энн, ты должна снова поговорить с Аланом моего расследования о N540. Я попросил его изучить это для меня несколько недель назад, я ничего не получил в ответ. Это письмо было у нас на компьютере в прошлой серии. Состояние здоровья Энн. От старины Алана. Пожалуйста, Хоц, не волнуйся слишком сильно, я работаю над этим. Мое новое устройство отслеживания данных должно дать некоторую информацию и, возможно, привести к некоторым ответам относительно ее состояния. Всякий раз, когда возникает энанглит, ее новый костюм позаботится о негативных последствиях, так что это что-то. Ясненько, понятненько. Книга. Как будто вечно. О влиянии механизации и эмоций. Автор этой книги кажется знакомым. В комнате папы, любителя всякой инженерной всячины, сильно выделяется кожаный дневник. Но так как он заперт, никто не знает, что в нем написано. А промотать можно, нет? Или это все? А, там вроде как стрелочка, но вроде как это все. Ну ладно. Да, мне показалось, или что-то открылось. Нет, это дверь. Это была дверь.
А, это воспоминания, типа как кто-то из сестер у братана видеоигру это забирал. Блин, почему здесь камеру нельзя вращать? Тут же вон они, фотографии. Кстати, вот с правой стороны фотка на стене. Там можно видеть двух сестер точно, по-моему, там и братан их, и кто-то еще. А в середине, это что, батя у них робот, что ли? Андроид? Хелен. У Хелен закрыто. Так, я так понял, их три сестры. А, вот она, эта фотография. Портрет нашей семьи. Здесь я, папа, Накамура, Райан и Хелен. Когда мы успели сделать этот снимок? Какое у отца тут смешное выражение лица? Какое выражение лица? Деточка, ты чё? Это же робот. Это все равно, что говорить о выражении лица у чайника. Н, 8 лет, вероятно, вторник. Меня зовут Н, скорее всего. Мне 8 лет. Я еще не очень хорошо разговариваю, но неплохо пишу. Хольц сказал мне больше упражняться, поэтому я буду больше писать. Хольц — это мой приемный отец. У меня две старшие сестры, Хелен и Накамура, и младший брат Райан. Хелен никогда не бывает дома, и Накамура говорит, что Хелен — моя воображаемая сестра, что ее не существует. Но как ее может не существовать? Мне везет еще, что Райан еще ребенок и не дерется со мной, а еще, что он постоянно забывает, во сколько я должна ложиться спать. 23.11.58. Извинения в солнечную субботу. Я, Энн Флорес, приношу извинения со всей серьезностью. Мне не следовало толкать Сэма Блэка сегодня в парке, хотя он тщедушный и уродливый, и запугивает Райана. Я больше никогда не буду драться с ним, я буду хорошей девочкой. Ни за что, Сэм — вонючая свинья, он обозвал Райана неудачником. Когда я увижу его в следующий раз, я снова побью его. Я буду бить его каждый раз, как увижу. Тупая свинья, никто не имеет права обижать моего брата. Ну, какая боевая девчонка задиристая в детстве была. Но это, наверное, из-за болезни. Медвежонок странной формы, который был популярным у девочек несколько лет назад. Я смутно помню, как мы с сестрой выклянчили у папы по такому. Но где же второй? Райан. А, комната братана, да? А, как-то у него тут хрен пойми. Когда ты возвращаешься? Вот твой старик. Эй, дружище, ты снова влип в неприятности? Недавно в бар приходили какие-то люди и искали тебя. Малыш, тебе нужно повзрослеть. Ты не можешь все время полагаться на сестер и ждать, что они за тебя разберутся с твоими проблемами. И верни назад мой особый гаечный ключ. Я знаю, что это ты взял его. Святой Грааль. Неизвестно. Не спрашивай, кто я и откуда у меня твой e-mail. Если хочешь помочь своей сестре, приходи по указанному адресу. Для просмотра комплектующих введите пароль. Но пароля нам не предлагают вводить, поэтому это просто письмо. Это, по всей видимости, схема кошачьей сферы, известной механической конструкции в мире коллекционеров. Несет в себе не только эстетическую ценность, но также может выполнять функции портативного диктофона. А, даже так. Кошачья сфера. А еще одно воспоминание, типа голограммы. Работа искусства во времена кибернетики, модификации. Отец читает эту книгу уже 5 лет и до сих пор не закончил. Ну, если он до сих пор не закончил за 5 лет ее читать, я могу предположить, что эта книга просто скучная. Накамура Н. То есть это получается наша общая комната с сестрой? Специальный костюм бармена. Бармен на полставке. А, зеркало есть. Они там спорили о чем-то? Наверное. А это что за ходы такие на чердаке? Ну, вроде как сюда зайти нельзя. И сюда вроде как тоже. Ладно, мы достаточно тут набегались уже.
Игра такая, что читать не перечитать. Но тут, скорее всего, так и никого и нет. Я уже бегу. Вау, выглядишь великолепно. Говорю тебе, давай будешь работать на полную ставку. Тогда нам не придется скучать по тебе, да и напитки будут бесплатными. А я-то думала, ты торопишься. Ха-ха, да-да. Что ж, давай начнем. Посетители уже заждались. Киберкод плюс. А, отлично. Посетители заждались. Это в смысле мне за барную стойку нужно лезть вот сюда? Да, действительно. А это кто такой стоит? Я, кстати, с ним не говорил вроде. 3, 2, 1. Вот, блин, это мини-игра. Налить, не выполнил. Так, X. U. X, B, нет. А что налить-то надо? Чё это за мини-игра такая? Хоть бы правила объяснили. Смешай это. LB, RB. А, вот она мешает что-то. А, я понял. Смешать это, короче, нужно замедлять вот так вот полоску. Нет. Нет. Блин, а какая последовательность? Да вы чё? U, X, B. А какая последовательность? Время вышло. Да ладно. Наберись терпения, у тебя все получится. Недоволен, 5 штук. Ха-ха, рейтинг Б. Да, блин, там непонятно. Просто разноцветные бутылки. И там непонятно, кто чего хочет. Где рецепты, блин. Хорошо, наконец-то все. Эй, тебя тут дожидаются. Настаиваю, чтобы обслужила именно ты. Накамура, ты же знаешь, что я в этом не очень сильна. Да ладно тебе, это всего лишь леди. Она тебя не укусит. Сходи поговори с ней. А, ладно. Таинственная клиентка. Блин, да мне правила не объяснили, как чего смешивать, Какую-то бурду Клиенты ждут, сначала подай им напитки. Не, подождите. Нет. А, переключение каналов. Пускай вот так будет. Чё это такое? Кто это такая вообще? Почему у нее сердечко над головой? Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь принести? Ты должно быть Энн Флорес. Да, это я могу вам чем-то помочь? Боже, Энн, твои глаза так завораживают, они словно два голубых бриллианта. А, хорошо, если вам ничего не нужно, я вернусь к работе. Твоя пертурбзия прогрессирует? Не волнуйся, твоя судьба поможет решить эту проблему. Как? Где ребенок? Пусть его приведут ко мне сейчас же. Что за крики? Где он? Что за хрень? Да о чем вы говорите? Вы можете говорить спокойно. Помимо вас, здесь еще и другие клиенты. Где Райан? Приведите его к нам. Сестренка, предоставь это мне. Господа, следуйте за мной. Понятно. Сейчас кто-то огребет. Чего вы хотите от Райана? Босс послал нас за ним. Просто скажи нам, где он. Леди, это не просьба.
Понятно. Сканировать. Статистика по врагу. Какая-то банда, короче, пришла. Разобраться с бандитами. Это было предсказуемо. Босс, это неправильно! Мы должны... Кто вы такие? Прости нас, не бей меня, я все тебе скажу. Я ведь даже ничего не значу для факции Пугни. Молю, пощади. Нет, только если ты расскажешь мне, что же все-таки случилось. Прости, зря мы сюда явились. Чего тебе надо? Чтобы найти парня по имени Райан, он должен кое-что вернуть нашему боссу. Нам нужно схватить его, чтобы босс нас похвалил. Что именно он должен вернуть? Я не знаю. Это твой последний шанс. Да, клянусь, я не вру. Прошу, отпусти меня. Ладно, убирайся. Спасибо. Хорошо, что Райана здесь не было. Я должна найти его раньше, чем это сделают другие. Сначала я поговорю с Накамурой. Ага. То есть, я так понял, у нашего младшего братана какие-то проблемы. С Накамурой. А, это с той стороны нужно заходить. А это кто такие, мафиози, что ли? В ходе этих танцевальных движений они выстрелят дважды, бум-бум-бум. Как-то так. Ха-ха, чувак, признают и тот еще смешной фрукт. Кто-то идет. Мисс, в сторону. Семья сама со всем разберется, так что в сторону. Это мафиозники. Протезы ноги, гайки, возможно, пригодится. Да все пригодится. Опять торговые автоматы. Это и реальность, и иллюзия. Это место, где реальное и воображаемое сходятся воедино. Здесь нет ценностей, нет богов, в которых можно верить. Кто-то что-то по пьяни кому-то втолковывает. Ну, понятно. И, кстати, еще с этой стороны посмотреть, что было вообще. Где зависть и конфликты, там хаос и зло. Ты находишься в оковах хаоса. Мои гимны – оазис спокойствия. Ну, это просто проповедник. Мы сделали это. Отлично, бро, похоже, мы наконец-то разбогатеем с помощью этого. Никакой головной боли на утро, даже если накануне ты выпил целую бочку, не желаешь попробовать? Да, что, Б, вы слышите, как кто-то не в состоянии сдержать рвотные позывы. Ты же только один глоточек сделал, в чем дело, дай-ка понюхать. У второго человека тоже начинается недомогание. Понятно. Ловкач-домушник готов на это поспорить. Готов поспорить, они будут петь ловкача-домушника. А потом, когда они вытянут самую высокую ноту, выстрелят огонь. У них традиция такая, приукрашивать кульминационный момент песни. Но наши люди тоже здесь. Наверняка они выстрелят, когда скорость барабанной дроби достигнет своего пика. Ведь именно в этот момент танцевальные па самые быстрые и яркие. Это какие-то мафиози-театралы или что, блин? Образец насекомого, редкий и популярный предмет из антикварного магазина. И компонент сплава. О, гадалка. Ты снова встретишь врага, которого боишься больше всего на свете. Но это не высечено на камне. Сделай правильный выбор, и ты сможешь все изменить. На чем она там гадает, блин?
На драйверах, что ли? Эндерсон G14, модель игрушек Эндерсон 14-го поколения со смелым креативным дизайном. Глубоководная сфера, океаническая версия серии Лесбонсай. Подобрать все. Так, а эти о чем говорят? Почему они здесь? Кто? Те в черных костюмах? Тихо, лучше держаться от них подальше. Мы же не хотим доставить неприятности этому городу. Но они выглядят по-джентльменски. Разве ты не знаешь, что нельзя судить книгу по обложке? Они те еще крепкие орешки. Но они на крепких орешков не похожи. Следы Эрика до сих пор можно обнаружить по всему миру. А что, дальше не это? Ладно. Тут какая-то территория небольшая совсем, по сравнению с тем, что было в родном нашем городе. Похоже, дама ушла. Эй, знаешь количество жертв, павших во время войны 30 лет назад, пьяный ветеран. 30 лет назад? Какой войны? Осада Нексуса под предводительством капитана Курта, конечно же. Впервые слышу. Думаю, учебники истории не уделяют этому событию столько внимания, да? Однако для меня это было будто вчера. Механические армии правительства полностью потеряли контроль. Мы приказали машинам убить наших врагов, а те в ответ отдали аналогичный приказ. Они даже взломали нашу сеть, чтобы заставить наши машины убивать нас. Это был самый настоящий хаос, и машины и люди убивали друг друга. В конце концов, человеческие тела и оставшиеся от механизмов хлам сваливались в огромную гору, пока не остался последний человек, что победно встал на вершину той горы. Последний человек? Тот капитан Курт, о котором ты говорил? Да, он был первым и единственным героем войн Нексуса. Ну, только не говори, что это ты и есть, капитан, блин. Так, что там до нашего братана опять докопались? Энн, я так рада, что ты пришла, спасибо за помощь. Отец обычно просто куда-то испаряется. Энн, на самом деле причина, по которой я попросила тебя прийти, Райан. Что с ним? В последнее время он ведет себя странно. Вернулся он несколько дней назад и долго-долго разговаривал с отцом. Думаю, это как-то связано с твоим недугом. Возможно, тебе нужно спросить об этом у отца. Он в своем кабинете в игрушки играет. Эх, эти двое иногда так меня выбешивают. Ё-моё. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, давайте сохранимся, потому что это все и так довольно долго. А по почте ничего нового, кстати? Нет, по почте все старое. Ну, скажу так, в принципе, в серии мало чего происходило. Я вот вообще не понял по поводу вот этих напитков, как их тут смешивать. Кому чего подавать там. Блин, вообще ничего непонятно. Ну и мы поняли, что у нас есть какой-то непоседливый брат, который постоянно влезает в какие-то неприятности. Но вот сегодня от одних неприятностей его уже избавили. Он даже об этом не знает. Все, давайте на этом с вами закончим. В принципе, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Энна Мутейшеном. И продолжим узнавать семью Флорес в следующий раз. Всем до новых встреч, всем пока.